По вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева ежик. А я ему скажу, я тебе малинового варенья принес. Он скажет, вот и самовар простыл, надо бы веточек подбросить. Этих, как эти, можжевеловых. Я ему скажу, а я ему скажу. А я А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Вот, и даже лапы не видно. Лошадь. Но лошадь ничего не сказала. Псих. Thank you.
я в реке. Пускай река сама несет меня, решил ежик, как мог глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению. Совсем промок, и я скоро утону. Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. Извините, беззвучно сказал кто-то. Кто и как сюда попали? Я ежик. Я упал в реку. Тогда садитесь ко мне на спину. Я отвезу вас на берег. Звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул, креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да? А я и самовар раздул, и веточек этих... Можжевеловых, чтоб дымок был. И ведь кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет? Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал. Все-таки хорошо, что мы снова вместе. И еще ежик думал о лошади. Как она там, в тумане?